Масштабная постановка захватывает уже с первых минут. Шоу «Аргонавты» — это сплав танца, акробатики и цирковых номеров, объединенных захватывающим сюжетом. Под предводительством мужественного Ясона герои отправляются за «Золотым руном». Легенда оживает благодаря видеопроекции, лазерам и сотне цветных танцующих фонтанов. Шоу «Аргонавты», созданное театром спорта «Журавли» специально для торгово-развлекательного центра «Мандарин», приезжает в Сочи уже второй год подряд. За время первого турне представления увидели более 50 тысяч зрителей. Примерно на 50% поменялся состав. Мы добавили новые трюки, еще спецэффекты. Ну и мне кажется, шоу стало немного интереснее. В представлении участвуют более 50 актеров. Это участники лучших цирковых представлений мира. Используются свыше 100 оригинальных авторских костюмов. Актеры исполняют головокружительные трюки на высоте 5-этажного дома, демонстрируют схватки настоящих бойцов ушу и зажигательные хореографические номера. Некоторые во всем мире могут повторить лишь единицы. Это один из самых сложных жанров в цирке. Таких людей только 2 человека работают в цирке. Многие пытаются повторить, но не у всех получается. Зрители от шоу остались в восторге. Супер, очень красиво. Такие спецэффекты вообще просто. Раньше я такое видела только за границей. Отличное шоу, приходите. Увлекательное путешествие в мир древней легенды можно совершить до конца лета. Представление проводится ежедневно, кроме понедельника, в торгово-развлекательном центре «Мандарин» в 9 вечера. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.